Должны ли казахстанцы платить за физиотерапию? Или эта процедура включена в пакет ОСМС? Как показал опрос, проведенный нашими алматинскими корреспондентами, многие горожане до сих пор не знают ответа. Одним пациентам приходится платить, другим нет. Почему так происходит? Разбиралась Асем Кущегулова. Месяц назад Ане Мельниковой поставили диагноз – воспаление органов таза. Врач назначил две процедуры физиотерапии и сразу предупредил – лечение платное. Пациентка долго думать не стала, сразу прошла курс лечения за свои кровные. Все-таки здоровье на первом месте. В начале прошлого месяца я получала физиолечение, мне назначил его врач, у меня было сильное воспаление. 1300 я отдала за каждую процедуру, у меня было две процедуры, 2600 того, вот у меня даже квитанция имеется об оплате. Физиотерапия – достаточно популярная услуга в алматинских поликлиниках. В день только в одном учреждении эту процедуру получают 10-12 человек. Врачи ее назначают из-за длительного лечебного эффекта, особенно для пациентов после операций, переломов, инфаркта и инсульта. Согласно протоколам, физиолечение показано заболеванием из профиля. Это кардиологический профиль, это неврологический профиль, это детский неврологический профиль. Обязательно входит во все травматологические заболевания, повреждения костной ткани, мягких тканей, кожных покровов. Также это входит ортопедические все заболевания. По всем заболеваниям суставов тоже показано физиолечение. Еще островоспалительные процессы в легких, в дыхательных путях, в верхних и нижних дыхательных путях. Эти все процедуры пациенты получают бесплатно. Но есть один нюанс. Пациент должен ежемесячно производить отчисления в фонд медицинского страхования. К сожалению, как показал опрос, не все алматинцы знают, что физиотерапия включена в пакет ОСМС. Получала, физиолечение только все платное. Я слышала просто, что это довольно-таки платная процедура. В фонде социального медицинского страхования говорят, что в таких случаях нужно обращаться к ним с жалобой. Если пациент не сможет получить услугу бесплатно, ему нужно обратиться по номеру 1406. Мы обязательно примем меры. Это считается большим нарушением. Такого не должно быть. Еще добавим, что такие дорогие и высокотехнологичные услуги, как компьютерная томография и магниторезонансная томография, с этого года тоже вошли в пакет ОСМС. Правда, многие алматинцы об этом еще не знают. Асем Кащегулова, Нурдаулет Жаксыбаев, Хабар 24, Алматы.